Они не представляют себя без дела. Несмотря на свой почетный возраст, они по-прежнему в строю. Их военный и трудовой подвиг сложно переоценить и невозможно забыть. Ветераны войны и труда рассказывают о своей Великой Отечественной, в которой одни сражались на линии фронта, другие работали в тылу. В нашей передаче «Всегда в строю» мы рассказываем героические истории людей, которые сражались с врагом и трудились всю жизнь, не покладая рук. Героем нашей сегодняшней программы станет Геннадий Ильич Данке. Во время войны он был пулеметчиком. После перенес свои воспоминания в стихи. У него вышло несколько сборников. Наша программа совместно с журналом «Антенна Теле7» съездила к ветерану в гости. Партнеры, чтобы поздравить его с юбилеем победы. Мы, чтобы узнать его историю. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Его война застала на студенческой скамье. В 1941 году Геннадий Ильич Данке учился в Саратовском авиатехникуме. Окончить его ветерана не получилось. Сначала работа в тылу на заводе «Комбайн». Военное время он переквалифицировался в авиационный. Потом прифронтовая работа. Геннадий Ильич помогал Красной армии строить мосты и переправы. Нас стали использовать на оборонительных работах. Мы, строили мост, мы как-то там подсобный рабочий, там саперы военные строят, мы там трейлеровали эти лес из леса дубовые, эти такие столбы для моста, там все отесывали, кожуру с них снимали, через хопер, чтобы можно было перебираться с севера на юг области. Потом, на окопы противотанковые ров копали под Сталинградом. Нас от колхоза назначали. После холодных окопов Геннадий Ильич опять вернулся к тыловой жизни. Теперь пришлось осваивать новую специальность – тракторист. Но война не дала ветерану остаться в родном колхозе. Шел июль 42-го года. Стране нужны были новые бойцы, а у Геннадия Ильича подошел призывной возраст. А 18-го мы уже маршем дошли. У нас станица Михайловская была райцентром. Маршем нас отправили до этой станции, есть Алексеева, она от Балашова идет на Сталинград как раз. До Алексеева мы дошли маршем, там нас посадили на платформы, прям открытые платформы, товарняк, Сталинград привезли, а в Сталинграде уже распределили нас по... по полкам, по нашим. 2 года война сталкивала его лицом к лицу со смертью. Первое ранение Геннадий Ильич получил в первую неделю фронтовой жизни. Месяц в госпитале, потом вновь на поле боя, оборонять Сталинград. Потом с 36-м отдельным пулеметно-артиллерийским батальоном он дошел до Украины. Был пулеметчиком. На передовой таких, как Геннадий Ильич, называли смертниками. Но страха идти в бой у него не было. Примером Геннадию Ильичу служили храбрые советские летчики. Мы как раз на берегу были Волги. И налетели эти самолеты на той стороне. Они через Волгу перелетели. И наш один, на них вылетел самолет, наш истребитель. Одного сбило, те на утек пошли двое удирать.
Для него война закончилась в 44-м году в Николаеве. Война попыталась оставить его на поле боя, но не смогла. После ранения у Геннадия Ильича фронтовые врачи отняли ногу. В него попал немецкий снаряд, причем у него было русское имя. А у них Ванюша был, назывался, шестиствольный миномет. Это 80-миллиметровый тот приблизительно такой. Вот. И вот он эти залпами по три штуки стал бросать на меня, и одна попала вот прямо под меня. И хорошо, что там это осыпано, грунт очень мягкий, и он это меня, значит, уже туда провалилась, она успела дальше уйти, чем с землей вместе меня подбросила. Я помню, как перевернул, переворачиваюсь, еще в голове мысли даже принеслись. Ну, Данкин, все. Шлепнулся, и оказалось, сижу вот так вот, шинель вокруг почти так обтрепала от взрыва-то все. Ну, самому вот ногу-то мне это и ранило. После этого ранения Геннадия Ильича комиссовали домой, в Урюпинский район. Каждый день в течение года ветеран слушал сводки с фронта. В том, что наши одержат победу, он не сомневался. Главный парад страны в 45-м году ветеран не попал из-за ранения. Но посмотреть на военную мощь России в кругу таких фронтовиков, как и он, у Геннадия Ильича получилось. Ветеран ездил на парад Победы два раза – в 2005 году и 2010. Сейчас он тоже планирует отметить День Победы на Красной площади. Прошли года, иное стало старым, и стал преданием боевой поход. Но как сегодня в зареве пожаров стоит в глазах второй военный год? Послевоенная жизнь началась для Геннадия Ильича со стихов. Он публиковался в газете «Сталинский путь», там же работал журналистом. Потом учеба в педагогическом институте и работа в школе за Уралом. В Саратове ветеран тоже воспитывал молодое поколение. Он преподавал историю студентам аграрного, а по ночам писал книги. Но об этом не рассказывал даже жене. Я даже не знала, что он писал стихи, писал эти вот прозы, потому что он делал это ночью, вечерами ночью. Вот. А потом вот когда печатать уже начал, вот тут я узнала, что нужны деньги на печатание этих книг. Вот. И книжка за книжкой, книжка за книжкой пошли. Сейчас у Геннадия Ильича издано несколько книг. Все они посвящены боевым товарищам и войне. Несмотря на почетный возраст, ветерану идет 91-й год, свои стихи он помнит наизусть, потому что оставаться в строю – одно из правил его жизни. Планета вздыхает и сердце поет. Мы сделали то, что не каждый сумеет. Мы выпили то, что не каждый хлебнет. Военные годы стали испытанием для всех. И для тех, кто был на фронте, и для тех, кто остался работать в тылу. Ежедневно каждый житель Советского Союза совершал подвиг. Благодаря подвигу одних наш город не стал ареной боевых действий. Благодаря подвигу других Саратов вошел в историю как трудовой город. Ведь здесь тыл был фронтом. Как раз о таких людях «Саратов-24» расскажет в марафоне сборе средств на строительство музея трудовой славы Саратовской области. Смотрите марафон «Сбор» в эфире нашего телеканала 19 апреля в 13:00.